Здравствуйте, меня зовут Джон Милтон Фогг. Я автор книг «Величайший сетевик в мире» и «Величайшие сетевики в мире». И сегодня вам предстоит познакомиться с одним из величайших сетевиков в мире. Для меня это особенно приятно, поскольку человек, у которого вы сегодня будете учиться, является моим непосредственным спонсором. И я вам гарантирую, что он воплощение всего, о чем говорит, и как лидер, и как спонсор, и как друг. В течение 30 лет я твержу о том, что вся суть сетевого маркетинга — это личные, дружеские, партнерские отношения. И человек, с которым вы проведете этот вечер, является мастером в этом деле. Он является создателем бесед за чашкой кофе и картографии контактов. И я очень надеюсь, что он вам расскажет сегодня и о том, и о другом. Этот человек — первый дистрибьютор в нашей компании, и его организация насчитывает более 900 тысяч человек. Бизнес он ведет вместе со своей женой Денис, и они вместе зарабатывают более $1.5 миллиона в год. А его радиошоу о бизнесе на дому побило все рекорды долголетия в Америке. Наш гость знаменит своим высказыванием о том, что его невероятный успех основан на одном единственном каждодневном действии – любить по-сумасшедшему, а после этого любить еще с большей силой. И это не просто красивая фраза, он действительно так и живет. Этот человек самый щедрый, заботливый, полный искренней поддержки лидер из всех, кого я встречал в этом бизнесе. Для меня большая честь представить вам моего спонсора и друга Тома Шенаута.